Вести Карачаево-Черкесия. В студии с вестями Республики Рита Нерова. Здравствуйте. Коротко о некоторых темах. Государственная дума страны поддержала в первом чтении инициативу «Единой России» о начислении баллов служившим в армии абитуриентам. На территории Карачаево-Черкесии продолжается реализация программы социальной догазификации домовладений. Ремонт 16 многоквартирных жилых домов республиканского центра запланирован на текущий год по программе капремонта. И в Теберде проходит молодежный карьерный форум, направленный на развитие лидерских качеств участников и раскрытие их кадрового потенциала. Далее подробности. Государственная дума страны поддержала в первом чтении инициативу «Единой России» о начислении баллов служившим в армии абитуриентам. Абитуриенты сейчас получают дополнительные баллы за интеллектуальные, творческие и спортивные достижения. Реализация новой меры будет способствовать усилению патриотического воспитания обучающихся, формированию готовности к защите Родины, а также повышению престижа воинской службы, отмечается в пояснительной записке. Законопроект предполагает, что ребята, отслужившие в армии, могут получить дополнительные баллы при поступлении в любой вуз, даже в то учебное заведение, где нет военной кафедры. В числе законодательных инициатив партии также освобождение от НДФЛ выплат нуждающимся студентам, организация инклюзивного отдыха детей с ограниченными возможностями здоровья в оздоровительных лагерях, бесплатного проезда детских автобусов по платным автодорогам. На территории Карачаево-Черкесии продолжается реализация программы социальной догазификации домовладений, предусматривающая доведение газовой инфраструктуры до границы земельного участка без привлечения денежных средств заявителя на основании обращения гражданина по факту подачи заявки на газификацию домовладения. На сегодняшний день всего поступило 3767 заявок на догазификацию. Заключено договоров на технологическое присоединение газораспределительным сетям 3348, исполнено до границ участка 2914. В 1441 домовладении уже выполнен пуск газа. Для включения в программу социальной догазификации необходимо подать заявку через портал connectgaz.ru или в газовом участке по месту жительства. Карачаево-Черкесия вошла в перечень пилотных регионов новой всероссийской программы, которая призвана создать в стране настоящую экосистему по развитию молодежного предпринимательства. Участие в программе – это реальная возможность найти бизнес-партнеров и наставников, развить свое дело и интегрировать его в массы, объединиться с существующими федеральными и региональными бизнес-сообществами. Программа благоприятно повлияет на повышение компетенций и расширение возможностей для молодежи Карачаево-Черкесии. Кроме того, ее участники получат доступ к образовательной платформе, сказал министр по делам молодежи республики Ибрагим Татаркулов. Следует обратить внимание на то, что та заявка, комплект документов, который был направлен для участия в конкурсе по определению пилотных регионов по реализации Всероссийской программы развития молодежного предпринимательства, программы и проекта Федерального агентства по делам молодежи, была признана одной из лучших. По количеству набранных баллов Карачаево-Черкесия вошла в топ-5. По качеству проработанности заявки, по, значит, качественно подготовленному комплекту документов. И мы очень рады тому, что нашу инициативу поддержали. В первую очередь мы выражаем свою благодарность главе Карачаево-Черкесской Республики Рашиду Бориспиевичу Темрезову за то, что поддержал нашу инициативу по участию в данном конкурсе. Ремонт 16 многоквартирных жилых домов республиканского центра запланирован на текущий год по программе капремонта. В 8 многоквартирных домах будет отремонтирована кровля, в 5 заменены лифты, в 2 проведен ремонт инженерных сетей и в 1 фасада. По данным регионального фонда капитального ремонта, в прошлом году в Черкесске соответствующие работы выполнены в 20 многоквартирных домах города. Напомним, минимальный размер ежемесячного взноса за капитальный ремонт в Карачаево-Черкесии составляет 5 рублей 80 копеек за 1 квадратный метр.
77 тысяч человек обслуживает сегодня Черкесская городская поликлиника. Нагрузка серьезная, отсюда очереди в коридорах и проблемы с попаданием к врачу в назначенное время. Но все изменилось, когда у поликлиники появился в Черкесске еще один корпус. Построили его в северной части республиканской столицы, оборудовав по последнему слову медицинской науки и прикрепив к нему значительную часть пациентов. Информацию комментирует главный врач Черкесской городской поликлиники Зураб Гогушев. Мы не можем перезагружать участки, тогда мы получим по определенным участкам, по определенным врачам просто колоссальные очередя. Мы же избегаем в первую очередь эти очередя. Почему нам вообще нужно было это здание? Чтобы здесь мы не скапливали население, чтобы люди не сидели, не ждали часами в прямом смысле прием к терапевту. Чтобы помощь и плановая помощь, необходимая населению, оказывалась в кратчайшее время. Не затягивать это неделями, а по возможности в этот же день заявки или на следующий день мы могли это реализовывать. В связи с этим и были приняты все вот эти меры. В связи с неблагополучной ситуацией по новой коронавирусной инфекции в мире региональным Роспотребнадзором проводится комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий. На сегодняшний день в Карачаево-Черкесии подтверждены 17 новых случаев заражения COVID-19. Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 51 319 случаев заболевания. В настоящее время госпитализированы 23 человека. В общей сложности 195 находятся под медицинским наблюдением амбулаторно. Количество жителей Карачаево-Черкесии, полностью вакцинированных от COVID, составляет 241 168 человек. Из них 1899 подростки и дети от 12 до 17 лет. Вакцинация детей и подростков проходит на добровольной основе на базе медицинских организаций по месту жительства. Подростки 15 лет и старше могут самостоятельно подать заявку и привиться, а контингенту от 12 до 15 лет для вакцинации требуется письменное согласие родителей или законных представителей. Сейчас в целом по стране сохраняется тенденция снижения заболеваемости коронавирусной инфекцией. В лечебно-профилактических учреждениях республики пока сохраняется обязательный масочный режим и ограничение посещения больных. При ухудшении обстановки по COVID-19 ограничительные мероприятия будут дополняться. В Карачаево-Черкесии будет построено и реконструировано 4 объекта по переработке мусора, в частности в станице Зеленчукской мощностью обработки 35 тысяч тонн в год, селе Пригородном мощностью 125 тысяч, ауле Кумыш мощностью 30 тысяч и селе Первомайском мощностью 25 тысяч тонн. Эти мощности полностью покроют потребность региона в инфраструктуре по обработке отходов. Талантливая молодежь активно осваивает современные технологии. В Центре молодежного инновационного творчества республиканской столицы молодежь Черкесска обучают робототехнике, мультипликации и даже векторной графике. Мэр города Алексей Баскаев лично осмотрел креативные мастерские центра, а также пообщался с учащимися. Сегодня увидели, что действительно дети заинтересованы в работе этого центра, им интересно, они с удовольствием сюда ходят. Поэтому мы сейчас будем думать о том, как расширять услуги, как увеличивать часы занятий. Сегодня с руководством СМИТа мы именно об этом подумаем, как совместить все наши усилия, как привлечь управление образования города для того, чтобы еще больше и больше детей могло сюда ходить, посещать занятия. На какие меры поддержки могут претендовать предприниматели Карачаево-Черкесии? Какая помощь оказывается самозанятым гражданам региона? На эти и другие вопросы ответили специалисты Центра «Мой бизнес» во время прямого эфира в Центре управления регионом. Отвечая на вопросы земляков, они не только напомнили им об основных задачах Центра, но и обозначили планы на текущий год. Подробности в комментарии начальника Центра поддержки предпринимательства Беслана Карданова. В этом году мы планируем увеличить количество софинансирования для помощи нашим предпринимателям выходы на электронные маркетплейсы. То есть, если в этом году это было несколько человек всего, в следующем году мы планируем уже несколько десятков. Все, что связано с тем, чтобы именно выйти туда, это личный кабинет, это фотографии, это сертификация. Все, что связано с тем, чтобы выйти именно на маркетплейс и торговать уже для более большого количества. Мы
и проводим обучение по маркетплейсам, по работе в личном кабинете на маркетплейсах. Мы также планируем увеличить количество обучения предпринимателей, которые будут планировать получить грант. То есть мы в прошлом году проводили одно такое обучение, школу и азбуку. В этом году планируется провести два обучения. Благодаря соглашению между Министерством просвещения России и правительством Карачая-Черкесии по созданию новых мест в общеобразовательных организациях в ауле Адыгехабль стартовало строительство новой школы, рассчитанной на 600 учеников. После демонтажа старого аварийного здания до военной постройки в ауле ударными темпами начнется строительство новой современной и, главное, безопасной школы. Об этом рассказала директор средней школы аула Белла Кохова. Такая необходимость была, потому что северная сторона трещина там была большая. В общем, опасность была для здоровья детей и вообще безопасность. Очень большая была, что возможно и обрушение потолка, потому что там бетон, не бетонное перекрытие, а дранка. И поэтому стал вопрос о том, чтобы построить новую школу. Я очень рада, что нас поддержал наш глава республики. В России водители начали штрафовать за проезд на желтый сигнал светофора. Раздел правил дорожного движения, посвященный сигналам светофора, запрещает проезд на желтый свет. Исключением может стать ситуация, когда невозможно остановиться без экстренного торможения и помех другим автомобилям. Штраф за проезд на желтый сигнал составляет 1000 рублей. За повторное нарушение водителя обяжут выплачивать уже 5000 рублей, либо его лишат права управлять транспортом на срок от 4 до 6 месяцев. При этом постановление суда можно будет оспорить, но только если получится доказать, что проезд на желтый был вынужденной мерой. Футбольный клуб «Нарт» совсем скоро вернется в большой футбол и будет играть во второй футбольной лиге. Этот и ряд других вопросов в ходе рабочей поездки в Москву обсудил министр физической культуры и спорта Карачая-Черкесии Рашид Узденов с президентом футбольной национальной лиги Наилем Измайловым. Особое внимание стороны уделили теме развития футбола в республике. Кроме того, рассмотрели вопрос об участии нашего футбольного центра в чемпионате юношеской футбольной лиги. В Тиберде проходит молодежный карьерный форум, который позволит развить лидерские качества у участников и раскроет их кадровый потенциал. В рамках мероприятия, которое продлится до 12 февраля, пройдут интересные тренинги по таким направлениям, как саморазвитие, ораторское мастерство, эффективное управление имеющимися ресурсами, методы достижения успеха и развития востребованных компетенций. Музей памяти советского и первого черкесского профессионального композитора, члена Союза композиторов СССР, заслуженного деятеля искусства Абхазской ССР, заслуженного деятеля искусства РСФСР, лауреата Государственной премии РСФСР имени Глинки Аслана Даурова, украсит фойе Республиканского колледжа культуры и искусств. Ранее музей находился в закрытом кабинете без доступа туда посетителей и не пользовался популярностью даже среди студентов. Министром культуры Карачая-Черкесии было принято решение о переносе музея в фойе колледжа, чтобы каждый посетитель учреждения мог познакомиться с историей Аслана Алиевича, его творческим наследием и личными вещами, переданными семьей композитора. Открытие музея в новом формате запланировано на начало марта. Радио России, Карачаево-Черкесия, погода. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, завтра по Карачая-Черкесии облачная с прояснениями погода. Температура воздуха минус 2, плюс 3. Ветер западный 5-10 метров в секунду. На дорогах республики местами гололедица. В горах минус 3, 8. Местами небольшой снег и сохраняется лавиноопасность. В Черкесске без существенных осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха минус 1, плюс 1. И на дорогах гололедица. Таковы наиболее заметные события республики. Новостной блок провела Рита Нирова. Дорогие друзья, я, Людмила Осипова, ведущая программы «Фолк-альбом Радио России», приглашаю вас к приемникам и цифровым гаджетам в субботу в 23:10 по московскому времени послушать концерт, посвященный традиционной музыкальной культуре Карачаево-Черкесии. Прозвучат песни в исполнении выдающихся певцов республики и зажигательной музыкой из репертуара ансамбля танца «Эльбрус».
До встречи в радиоэфире. Вы слушали «Радио России. Карачаево-Черкесия». До новых встреч!